Sergo, Sergo. Я попал. Что-то я не могу приглашение принять. Наверное, это давно, потому что было. Пиздец, налил чай и забыл. Сейчас я тебе скину ссылку на стрим. Блять. Посмотри, что было. Секунд 20 назад. Я попал. Что-то я не могу приглашение принять. На 28-й получается секунде. На 2 минуты 28 секунд. Ты зашел? Что-то тут по требованию владельца. Тут нет таймлайна. Чего? Тут таймлайна нет. Ну, вот отмотай на минуту. Там, где за самолетом я лечу. Зарубил.
собрать мясо сбитых машин, рогатых животных. Положишь конец проекту этого урода Якова. Какие-то квесты беспонтовые стали. Ну, другие, значит, давай. Погнали. А, вот, смотри, тут точки есть. В стороны попутал. А, как ты тут оказался? Потому что ты в стороны попутал. Да ты едешь? На твою ветку? Так это в другую сторону. Почему? Так быстрее, вот. Маршрут показывает в другую сторону. Да у меня, короче, есть. Все надолго. Смотри, сколько сократить.
Ну да. Ну да. По стелсу двигаемся, да? Попробуй. Да, ну я по стелсу, если это наша база. Нет, в принципе. Чё, это магазин? Ладно, слушай. Надо вернуть парня, пока Яков его не обработал. Иди в отель Grand View и поставь эту кассету. Просто ответь. Надо же, кто пришел. Ты, видимо, хочешь что-то сказать. Ну ладно, ладно. Отправляйся в шале. Убей всех верно. Ну, уже что-то интересное. Я возьму другой.
А отлетел? Да. Че, ты полетел, сейчас спалишься на вертолете, да, опять? Красава. Что, мы уже спалились? Нет, нет, тут лук есть, если что. Что, еще только бабки? Где а, бабки? Вот. Вот бабки на столе были. Там палец. Что за хрень? А, он вот прям рядом, слышно. Белыч. Я сваливаю! Чё происходит? Кто-то сваливает. А, у нас самолетчик, может, включен. Да вроде, блин, никто не стоит. Чё за приколы? Или он пошел нас сдавать? Так что надо, который бегает, снять, наверное, потом снайпер. Интересно, они поймут, что некоторые уже не бегают. Глянь, они еще и по этим будут. Все, я к снайперу почти залез. Нет, убивай его, наверное. Он меня спалит. А теперь
Ух, там чурик там дискотека твоя. Аква дискотека. А нам вон надо, слышь, троих убить, короче, типов. Каких-то модов. Мы забыли, кто мы такие. Довольно. Мы станем убийцами. Мы будем стойкими. Мы будем сильными. Вспомним прошлое. Так, а что, если я буду скатываться, он меня спалит, да? Тогда мы были на пике. Ну давай сохранимся, проверим. Да нельзя сохраниться, да? Ну я могу, ты же можешь право снять? Как? Можешь? Какого? Который помечен? Ну да, да. Я не знаю, если он с пулей умрет. Я должен шлем открыть. Ну давай проверим. Давай на шлем. Все. Его спалили. Бомбя? Ни хрена себе меня потушило. Он под землю уехал на лестнице. В натуре. Че, куда валить-то, где завелировано? Повезло, повезло. Скатертью дорожка. Ты должен кое-что понять. Кресло Якова меняет людей навсегда. Я это видела. Лично. Заходит один человек, а выходит другой. Илай думает, ты чист. Но только время покажет. Прав ли он? Ладно, в логове еще полно дел. Заходи, если будешь рядом. И спасибо. Интересно, лопату из него просто. Кто? Кто? Резли. Самолет опять. Потекает.
Что за перемещаемся? Можно заново слететь просто в нормальное место. Куда? На ванпост, что ли? Я никуда, я вообще завтыкал, я свернул. А как меня так делать? Потому что мы высадились. Ты десант прокачал? Да. А чё мы не пользовались? Не знаю, я не думал, что так высоко закинет. Да ёбаный рот. Тебя попали. Ну, его не отметили, потому что. Чувак, у меня НПС долго думал, помер он или нет. Стоял, втыплял. Или умирай, давай заново попробуем. Давай. Он внизу прям под скалой сидит, типа. У меня в здании нет камер. Помни, как только окажешься там, поменяй кассету, и пусть программа работает. А, вот.
Ну что, двигаем? Давай план. Ну что, пролезть в дом, а там посмотрим. Нет, можно в дом без палева залезть просто. Слева? Угу. Можно по воде. Нет, по воде не надо. Вот этого на парковке надо снять. Но. Да, не увидит. Он низко. Он куда тип идет? Вот этот. Блин, а что, не ест, что ли? Ага. Че-че? Ну да, надо только выждать момент. Этот меня попали. Надо тебе убить сначала этого. Все, пошли. Что я долго-то? О, это что? Подписчик. Да, пошли вверх. Нам что, надо найти Брикса в отеле? О, типок. Я нашел тебя, типчика нашел. Но. По заданию надо было. Надо было всех убить сначала.
Не факт, что гранаты, я мины ставил еще. Контактные. Че, все что? Не-не, сзади с озера едут. Понял. Не, вставай за мной. Он-то морал что-то. Вот эту тему я взломал только что. Значит, тут что-то есть вкусно. Но стоит мне захотеть, и ты вернешься ко мне. Впрочем. Вот это тоже взломать надо. Получается все. Почти. Пока играть в свои игры. Я скажу тебе, когда будет пора домой. Блять, ебучий лопатомет. А, все что? Пиздец. Вертолет как новенький, но. Only you. Накрывает что-то, слышь.
качели. В клетке, прикинь, только что увидел Only You надпись на картонке. Ты скоро выйдешь отсюда. Ты думал, что свободен. Твой друг так старался, но все напрасно. Ничего. Он все осознал. Я же говорил, ты не герой. Ты орудие. Ты узрел свой путь. Согласись, ты знал всегда. Да, я типа бункер зачищаем. Походу. Удел слабых. Прорядить стадо — вот мой долг. И теперь я буду ждать тебя. Илай! Нет! Нет! Что ты натворил? Ты убил его! Стой! Ты тварь поганая! Выйди! Он тебе верил! Выйди! Я тебе верил! Это не он! Это Яков. Нет! Послушай меня. Это был Яков. Такое уже случалось. Ронни, Паркер, он убил их всех. Это мы его впустили. Хник-хник. Ты найдешь этого подлеца. Найдешь его. Окей, босс. Хм. Пизделовка, короче, ура! Поэтому мы своих все время еще ебашили. Блажи. Точнее. Вовремя ты пришел. Я уж думал, мне придется
самому идти за тобой. Решил, что ты расклеился. Но все же ты солдат. О, ноги! Ой, блядь! Доказать свою силу. Ему нужно было лишь сдать мне своих ополченцев. Насколько бы всем было проще. Не сопротивляйся. Просто сдайся. Ты выполнил свою функцию. Спасешься. И что дальше? Будешь мальчиком на побегушках у подростка и домохозяйки? Без Элая выживальщики никто. Без Элая ты никто. Пиздык, нахуй. Тебе не кажется забавным, что всем, кому ты пытаешься помочь, становится только хуже? Что-то пошатывает? Да-да-да, я не пойму, куда бежать. Трагедия следует за тобой по пятам. Если ты и правда хочешь спасти этих людей... Как четко, а. Ай. Есть вариант достать его, конечно. Ты уверен? Хуёвый. Нихуя, это что было, нахуй? Надо идти пешкодрабом. Ай, ты где? Да. Волк сзади. Сука. Кавер мне. Уа!
Да, и снайпер дерзкий какой, а. Сука, а. Нихуя ты далеко. Ай! Ты чё, умер? Да. Нахуя, бля, я бежал тебя спасать. Да сука, нахуй. Понимаешь? Это ты. Да иди нахуй, ты, блядь. Короче, в топку этого снайпера не буду с ним зарубаться больше. Да там, блядь, надо за этими, за преградами оббегать. Либо вызвать вертолет. Да ладно. На жопу. Че, тебя опять ёбнули? Да. Там еще миномет, что ли? Прям при тебе убили. Да ебаный пидорас. Волк, смотри там. Ну да, ну да, нахуй я нужен. В смысле, бля, я возле тебя лежу, слышь. Ты в замес жестко. Волк идет. Волк сзади, сзади волк. Волк живой сзади, ну ты чё, блядь? Ой, я вот он лежу, но там же, где волк, блядь. Не вижу. Меня убьют, если я выйду. А, там снайпер, сука, тебе палит. Да все, беги дальше, я уже сдох, блядь. Волк. Ладно, блин. Ай-яй-яй, нет, все, мне пизда. Сиди. Вот и я, нахуй. Еще волчара. Смотри, вот он, меня целит. Развлекай его, а я в него всажу. На-на. На-на. Всё. Мой брат всегда это предвидел. Не знаю, говорит ли он с Богом. Это не важно, ведь он прав. Человечество в очередной раз. О, опасности. Не важно, чего мы смогли достичь. Всегда находим способ разрушить это. Вавилон. Рим. Империи растут, империи гибнут,
Америка ничем не лучше. Думаем, что неуязвимы. Вторую мировую войну с терроризмом мы пережили, но приблизились к краю пропасти. Тут и стоим. Мы прибыли по грани. Рыба моей мечты. Помощник, я даже не знаю, стоит ли говорить спасибо, но, по крайней мере, Илай погиб не зря. Я сожалею о произошедшем, правда. Нихуя. А что ты мне раньше не говорил? Про чё? Что динамит можно сделать липким? Не знаю, я сам не видел. Где ты вообще увидел? В магазине, в предметах. У меня закрыто это. Да? Ты где? Я на вертолете. Так ты ж тут стоялся тоже. Да надо развернуть же. Да тебе просто надо было остановиться. Всё. Канает? Бля, меня подбили. Да, да. Зацепился? Я пентхаус нашел тут на горе. Не разлюбил. Клатч. Никсон. Бля, залезь, пускай он починится нахуй. Заебет пилихи. Ебать, меня чуть не распилило. Ну что, вылазь нахуй. Я не смогу зацепиться. Хотя хрен его знает. Нет, не сможешь. Я разрубился еще. Ну так и погиб, помощник. Начинается самое интересное. Тебя будут ждать. У Илая была схема оружейная.
Мне бы помочь чуть-чуть. Я летел еще до тебя поднимать. Так я не умирал. Да, у меня только за волны. Он сам своего задавил, долбоёб. Тебя тоже нет? Кого? Да я думал, тебя тоже накернили. Защищайте ростки человечества любой ценой. Врата Эдема не должны распахнуться. Дети мои, враг силен. Но мы будем сильнее. Я не спалился. Где? Где тут? Чё, ты идешь в бункер? Да, где вход? В бункере. На входе. Да. Ну, там, типа, с магией все. С мечами. Прикольно. Там, по-моему, только один главный герой. Вот, я не помню. Блядь. Что, блядь, это что было? Я умер, но унес с собой тяжелого. Thank you.
что-то. Ой, как так-то? Как меня цепануло? Ой, блядь. Все четко. Умирай, да, по стелсу. Ну, давай. Сейчас. Нифига. Эффект, блядь. Базара ноль. Ой-ой-ой, идет. Ой-ой-ой, их тут двое. Все, я все сломал. Что я слаб? Не убивайте. Что заслужил это? Прошу, не надо. Может, он был прав. Нет, прошу, нет. Может. Прошу, я заслужил. Нет, не надо. Может быть. Простите. У тебя не лагает тут? Да, лагает. Он там надумал. Пулик. Пушку сейчас достанет какой-нибудь. Ну, пулемет достал. Ух. Ой, лагатор. Нет, нормально. Ну-ка, погоди. СВД тут вообще не канает. Ай, горю. Ай, умираю. Давай, меня убили. А у нас свой челик поднимает.
заменить. Сука. Мы пришли у Уайтейл разными путями, но всех нас вела потеря. Родные, друзья. Но Ила исцелял наши сердца, показал нам, что мы можем положиться друг на друга. Он был моим другом. Поэтому гори нахуй. Я буду скучать. Такие дела. Тоже мой. Птички пидорские набиты. Сейчас мы этого петуха нахуй подтянем за наколки. Хорошие, честные люди. Они борются за правое дело и заслуживают победы. Так, ну вот тут стопудово надо замес делать. Что делать? Лютый замес. Много секретов.
Там еще какая-то миссия есть. Давай возьмем. Да. А, это где там вертуха назад? Так кто-то говорил, что в магазине что-то новое есть, а я что-то ничего не увидел. Я не говорил. Это не ты, как... Там кто-то говорил в игре. Чё, кто? Ух ты. Чё? С РПГ кто-то шмальный. Вон внизу пидоры. У тебя нет починки автоматически. Ну это не вопрос. Тайник вон рядом. Ты херста. Я себе. Здрасте. Я перед тобой, чтоб ты видел. Смотри, нам вон туда. Ага. Блять, разбился. Иди сюда. Значит, ты убиваешь этих засранцев. А чё ты такой мелкий? Да ладно тебе, не злись. Помоги моему дурачку с грузовиком. А это чё за хуйня? Встал нахуй. Это тот сигнал. Слушай, я ж ничего не сказал про твой пол. Помоги вернуть папин грузовик. Нет, это другой. Вафел какой-то вообще. Таксист. Вези нахуй, доски. Быстро. Я целый день молился. Натурил доски. Со стволами. Даже святого Валентина подать мне знак, чувак. И они прислали тебя. Вот что я тебе скажу. Вернуть грузовик будет непросто. Он у святош. Ну-ка, я бы музыку сделал. Скажу честно, когда я решил стать одним из них. В смысле, это казалось мне хорошей идеей. В плане, у них есть пушки, еда, елочки. Признаюсь, ради этого... Двигаемся по салону. На вечеринку, знаешь, я им... Возьмите меня к себе. В доски к себе, нахуй. Перечислять свои правила.
прелюбодействуй, ну то есть не трахайся. Алкоголь запрещен, вечеринки, все такое. Ну нахрен! Так что я свалил оттуда по-добру, по-здорову. Жаль только, папин грузовик забыл. С тех пор он злой как пес. И я должен вернуть тачку. Не парься на этот счет, чувак. У меня есть план из 9 пунктов. Первое. Нажрёмся в хлам. С этим я быстро справлюсь. О, доставай. Блять, он пиздох. Блин, забыл. Вспомню по ходу дела. Черт, а ты умеешь слушать, Боба Фетт? Старик меня вообще не слушает. Ты не слышал? Мы с ним не особо ладим в последнее время. С тех пор, как папаня стал баллотироваться в Сенат, он мне никакой жизни не дает. Ухать на улице нельзя, пушками махать тоже, и все в таком духе. Но когда мы отожмем грузовику Святош, он будет рад срачке. Он будет меня обожать. А мамка будет обожать больше, чтобы перещеголять папаню. Он увидит, как она меня обожает, и станет обожать еще сильнее. А на день рождения и Рождество они совсем озвереют. Клатч, Никсон! Что, стелс? Угу. Тогда ты иди. Ой, куда идти-то? А, вон залезть можно. Еще понаеду. На вышку подняться. Итак, фу, переходим к пункту 4. Грузовик далеко внизу. Скорее всего, там нас ждут эдемщики. Используем трос, бро. Спустимся на нем и нападем, как крутые ниндзя. Ой, блядь, чувак! Пиздец.
пиздец. Минусанулся. Это охрененно, бро! Я бы еще разок прокатился! Голышом! Заодно яйца проветрил! Джерони, бро! Еще надо дальше. Не замечал, что облака всегда похожи на обезьян? Вот. У нас тип жирный вообще не палец. Да? Че это было? Ты взорвал транспорт, который по заданию надо было взять. Сука! Люблю театр. Да урод ебал, пойду чайник поставлю. Веревки это не мое, нахуй. Стой! А, нет, я живой. Чё, поставил? Итак, переходим к пункту 4. Грузовик далеко внизу. Скорее всего, там нас ждут эдемщики. Используем дрон, бро! Спустимся на нём и нападём, как крутые ниндзя. Чё, уже проебать тут всё? Да, тут если далеко отходишь, то умирают. Миссия провалит. Еще разок прокатился! Голышом! Тебе.
Ты так ни с кем не подружишься. Туда ли я прыгну? Ты звуки за стенами. Как же прекрасна жизнь. О, нормально. Еще один на берегу, да. Можно было красивее. Так, можно было его спустить за ноги, он бы башкой пирс ударился. Ты уже делал бы? Да. Не, ну сверху по башке питы тоже. Не, но все равно забавно получилось видео. Потом пересмотрит, он. Два забавных момента есть уже. Свою секту. Ты будешь первым из хёркистов. Моей пастой стоит. Что сделал? Я его привалил случайно. Я не думал, что так можно. В смысле, блядь, до этого мы валили всех нахуй, ебать, а это что, бессмертный должен? Кого я так с пушки, чтобы стрельнуть у водителя? Он умирал, не было такого. Сколько банок звездюлей там осталось? А и пивка мне захватит. Блин, на меня пьян!
что что-то забыл. Но ты молодец. Расскажу тебе маленький секрет. Я хочу организовать свою секту. Че, хочешь сесть за пулю? Нет. Не падай. Пула и куча жарких тёлочек. Будем бухать и отрываться без передышки, бро. Чёрт, бро! Папка будет в ярости, когда увидит дырки от пули. О, походу уже приехал. Походу. Папань! Папань! Смотри! Нэнси вернулась! Я и верну! Два сапога пара! Поздравляю! Теперь ты работаешь на меня, а младший поступает в твое распоряжение. За меня не волнуйтесь, я цел! О, кого я вижу! Мой новый ассистент! Я знал, что у тебя есть мозги. Так вот, есть для тебя задание. Знаешь, что такое джерримендеринг? Ну, откуда тебе знать? Ты же простой гражданин Америки, как и я. В общем, это заумный мухлёж с избирательными районами. Как-то так. В общем, когда нас... В общем, махинации по-драбмански. Избавься от сраных сектантов, которые голосуют против меня. Они собираются на перекрёстке в закусочный турбогриль. Шевелись! Икса. Так. Что это такое? А я хорошо шел. Давай встанем ровно и на счет три прыгнем. Давай. Раз, два, три. Все, я
по левой стороне ты набрал. Ну, я не достал. Ты тоже, что ли? Так, а если ты не пролетаешь, то все пиздец. Она не работает больше. В натуре? Нет, всегда работала. Ну, давай я первым прилечу сейчас. Если ты мимо пролетишь. Она потухает. Да ёбаная ты, сука, как так-то, нахуй? Чё случилось? Я умер, нахуй, не понял даже, от чего я тебе в пятки, может, не ебался. Всё, последний. Ты опять в меня врезался? Нет, блядь, мост въебался, пошел я курить.
Черт! Яков готов. Кто следующий? Сука, больно. Мне очень повезло. Черт! Ладно, встаю. Говорят, за смерть Иакова надо благодарить тебя. Это ты убил Иакова, верно? Ты молодец, что покончил с Иаковым. Это ты убил Иакова, верно? Яков готов. Кто следующий? Ты молодец, что покончил с Иаковым. Прекрасный день, чтобы убивать кого-то. Что, квест взял? Квест взял? Кого? Это не клачник, собственно. А я не знаю, как посмотреть. А, да, он. Это тоже клачник, сын.
Чё, кто где? Не умирай. Ну все, погнали проходить. А, вот что это за шериф хаос. Здоровая тачка. Погнали, пройдем игру и в КС. Чё, где этот типочек? Тут всё. Микрочелик. Агнец снял пятую печать. Я увидел под алтарем души мучеников, убитых за слово Божье. Из-за тебя мои близкие стали мучениками.
Та же участь ждет и двоих. Но Бог смотрит на нас. И Он будет судить нас по нашему выбору. Чё, у него ножки зелёные, говорят, что ли? Кстати, этот-то не предатель, да, ни хрена? Где презрение? Этот, шериф. Несправедливость. Любой выбор выдает наши грехи. Куда эти грехи привели нас? Куда они привели тебя? Твоих друзей похитили и пытали. Это твоя вина. Множество людей погибло. Это твоя вина. Мир в огне, и это твоя вина. Ты доволен? Скажи, когда ты поймешь, что не все проблемы можно решить при помощи пуль? Увидев тебя впервые, я дал тебе шанс уйти отсюда. Ты остался. Ты втираешь мне какую-то дичь. Бля, нельзя перепустить. Последний шанс. Брось оружие. Возьми своих друзей. Оставь мою паству. Иди с миром. Иди с миром. Да ты ненормальный. Разве? Нас вообще здесь не должно было быть. Ты сам знаешь, что делать. Че, хлопнуть его надо, да? И помни. Господь следит. Сопротивляться, уйти. Презрение. Несправедливость. Любой выбор выдает твой грех. Иоанн ошибся. Твой грех не гнев. Ты скорее дашь миру сгореть, но не переступишь через свою гордыню. Агнец снял шестую печать, и страшно затряслась земля. И почернело солнце, а луна стала кровавой. Меня, да? Ну ладно, ладно. Куда там бежать-то? Я даже не успел спалить. Дама. Ой, да это нереально, натрил. Ширин. Подними меня. Ай, да, меня заебашь. Пересменочка, ну. О, меня ёбнули. Вместе мы едины.
Вали этого козла нахуй. Прости, их отец. Ибо не ведают, что творят. Когда Арнец снял седьмую печать, смолкло все на небесах. И семи ангелам, стоявшим перед Богом, дали семь труб. И сразу гул, гром и молнии, и затряслась земля. Иосиф Сид, вы арестованы. И я услышал голос, который сказал ангелам: идите и вылейте семь чаш гнева Божия на землю. Кончено, дитя. Господи. Господи. У него ж типа глаза зеленые были вначале. Давай!
Все, так. Сусе тряпка. Да не тебе ни одного, прикинь. Причем хрен пойми с чего. Метка стоит, может, он хотел. Здесь я взорвался просто так. Ну да, да. Блядь. На, там вон что падает. Ошметки горящие. Да. Тупо лотерея. Все, в начале стой, не едь. Поменяться? Я к тебе кузов. А, так ты тоже на тачке, что ли? Не знаю. Чё, ты будешь запрыгивать ко мне? Куда? В кузов. Я не могу выйти из машины. А, в смысле, у тебя он медленный? Ну да. А что ты мне сказал-то? Ну, а какая разница? Большая, ты отстаешь, поэтому, может, умираешь. Нет. Ты меня там подталкиваешь? Нет. Кстати, хорошая идея. Поехали! Вообще все! Что это было? Ебать, апокалипсис. Нахуй, не толкай. Это ты потому что ты меня в костер, блядь, толкал. Охуенно, блядь.
Погнали. Куда? До бункера. Да, ты чё? Слышишь это? Значит, политиков заставили замолчать. Значит, корпорации уничтожены. Значит, благодатный огонь очистил этот мир. Но главное... Значит, я был прав. Коллапс наступил. Мир, который мы знали, погиб. Как долго я ждал. Как долго я ждал, пока пророчество, переданное мне Богом, исполнится. Я подготовил к этому свою семью. А ты ее отнял. Тебя следовало бы убить. Но ты все, что у меня есть. Ты моя семья. Когда мир будет готов родиться заново, мы выйдем на свет. Я твой отец. А ты мое дитя. Вместе мы отправимся к вратам Эдема. У меня тоже такое чувство, блядь. И чё, блядь, в смысле, он типа в бункере будет воспитать его? Воспитать его? Нихуя, пиздец. Всё, но... Делать рабыню свою. И чё, следующая часть будет в постапокалипсисе? Понимаю.
И в чем прикол, человек? Принял. Никогда. В чем прикол, блядь? Как залезть туда? Ну, видимо, тут только один. Короче, зомби. С огоньком пойдем. Ай, 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 тушись, блядь. Он не тушится. А, ты вышел. Чё, в КС?